За последние 5 лет в Ульяновской области услугами социального контракта воспользовались более 16 тысяч человек. В Корсунском районе за 2019 и начало 2020 заключили 71 соцконтракт. Из них 2 на развитие индивидуального предпринимательства, остальные у нас на развитие личного подсобного хозяйства. То есть на покупки коровы, и коровы у нас телята покупают, поросят, птицу. Ну, в общем, то, что они, люди, сами оценивают свои силы и покупают тех животных, которых они смогут содержать. Семья Синяшных из рабочего поселка Языково социальный контракт заключала 2. Свое подсобное хозяйство начали вести с 2016 года. Контракт на 40 тысяч рублей и свои небольшие накопления тогда позволили купить корову. Подворье начало развиваться. Спустя 3 года супруги Екатерина и Дмитрий заключили 2 контракт почти на 88 тысяч рублей. Синяшные приобрели еще 1 корову, сено, зерно, отремонтировали надворные постройки. До дочки, до беременности я торговала на рынке. Творог, сметану, молоко, яйца носила. А вот когда родилась она, ну и так продавали клиентам. Сейчас теперь вот развозим везде, в Корсун возим, здесь вот. Сейчас на семейной ферме 2 дойных коровы, тёлка, 2 свиньи, 2 борова, 5 поросят, 40 кур несушек, 15 кур бройлеров, 6 кроликов. У каждого члена семьи свои обязанности. Все 5 детей охотно помогают по хозяйству. Первым поутру встает глава семейства, убирается в хлеве. Через 15 минут к работе на подворье подключается сама Екатерина и старшая дочь Вика. Начинают доить коров. Ну это моя дочка, я ее даю, ходит она в стадо. Доится она хорошо, не легается. Добрая очень корова. А долго ты к ней привыкала вообще? Как подход, чтобы вот... Да нет, легко. Привыкла я к ней. А как нужно, чтобы корова тебя полюбила? То есть какой-то особый подход? Ну, давала ей хлеб поначалу. Она привыкла ко мне. Единственный сын Синяшных, Сережа, ухаживает за поросятами. В следующем году на реализацию соцконтрактов в Ульяновской области выделят почти 413 миллионов рублей. А чтобы открыть свое дело, достаточно обратиться в местное отделение социальной защиты. Специалисты проконсультируют и помогут заполнить соответствующие бумаги. Рената Алиулова, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ из Корсунского района.